Друзья, мне сообщили кое-что об Эдриане Тумсе по прозвищу Стервятник. Оказывается, этот крылатый преступник заболел раком. Его перевели в лазарет плота для лечения. Платить за которые, без сомнения, будут из городского бюджета. Так вот у меня вопрос. Зачем вообще на плоту есть лазарет? Это тюрьма для опасных маньяков. Пусть их болезнь идет своим чередом. Я понимаю, это тяжело. Как и мое налоговое бремя. Демоны открыли огонь. Жертвы среди сотрудников. Нужны машины в Граммерсе. Подтвердите. Держитесь, офицеры! Прибыла паучья кавалерия! Демоны не успокаиваются. Чего они хотят добиться? Спасибо за помощь, человек. Берегите себя, офицер. Это далеко не последнее. Демоны становятся все... Господа, банкоматы работают не так. А это даже не банкомат. Похоже, демоны готовятся к чему-то крупному. Ничто так не сближает, как преступники в масках. Фотку для моих детей. Спасибо, они обожают тебя. Consolidated Shipping. Джефф, я здесь. Что ты видишь? Найти всех и всех убить. Похоже, демоны входят на территорию Фиска. Точно справишься? Справлюсь. Вы взяли, что хотели. Так зачем нас убивать? Территория теперь наша. Ни за что. Классный комбез. Стройнит.
Не лезь в мои дела. Стой, демоны! Кто у них главный? Спаси моих людей, и может, я скажу. Спасать одних плохих парней от других плохих парней. Вот этого я не ожидал. Не подходи! Я сказал, не подходи! Надо было сначала окликнуть. Привлек их внимание. Лучше полетаю снаружи, поищу людей Фиска. Тихо, тут люди работают. Надо быстро найти выживших. Так, я не шумит. Будьте здесь, ждите полицию! Фиск, твои люди в безопасности. Говори, кто управляет демонами? Может, он там, а может и нет. Проверь крышу. Как же я скучаю по загадочным разговорам Фиска. Тебя.
Давай, давай! Тут поступает сообщение о вертолете с чугунным шаром. Ага, ситуация с демонами усложнилась. Держись, Юрий, я иду. Я разберусь. Я знаю. Его надо посадить. Знаю. Может, наш супергерой поторопится? Он торопится, Юрий. Закончу, свяжусь. Мой шанс. Надеюсь, я успею об этом пожалеть. Летите в Нью-Йорк! Мне придется просить вас посадить вертолет, сэр! Так это и есть ваш план? Заменить Фиска? Фиск, это только начало! Минус один движок. Теперь второй. Нужен план. Срочно нужен план. Наверное, это план. Давай, Пит, ты сможешь. Ты сможешь, сможешь, сможешь. Не подведи! Маски просто чума. Где вы их берете? Ой, старый! Класс, спасибо! А у них есть веб-сайт? Есть! Упс. Эй, Юрий, я поймал негодяев, но... Что «но»? Лучше захвати с собой лестницу. Эй, Майлз. Ха, фанат. О, черт, я опоздал. Ты идешь? Нет, мне пора в ратушу на папину церемонию. А, да. Передай ему привет. Энджей, церемония уже началась? Нет, все еще готовится. А ты где? Застрял на работе. Скоро буду.